아까 마태복음 24장 24절 하나님의 질투적인 목표. Нам уже с вами разобрали Матфея 24:14. Это абсолютная цель Бога. Только это Баушапта. То есть это никто не может остановить. Чанга Баушапта. Даже бедствия не могут это остановить. Ханами четыре. Потому что это абсолютно Божий план. Ирви, Украина, да? Ома дрин хам четыре Бога. Армения. Украина, Армения. Поэтому Украина, Армения. Поэтому евангелизация Армении это абсолютный Божий план. Армения поводы хан четыре Бога. То есть это действительно абсолютная цель Бога, это евангелизация Армении. Ерунду, это хотя. И вам за это необходимо охотиться. Ойнягон, ханами, абсолютно, улька путчабай, ханами, шончин, ханами. Что такое завет? Это Бог нам дает завет, обещание. А нам надо только ухватиться. А совершает это Бог. Юрий Харанги, а его Харанги Кейгинга Путевра. То есть, армия Бога Хантишевра, Харанги. То есть не вы совершаете завет, Бог совершает завет. А вам просто надо ухватиться. А, евангелизация Армении это абсолютно Божий план. Креза Харанги или Илюгия Забарахамика. Поэтому для того, чтобы это совершить, что Бог нам говорит? Сеньяда Бога, Нынен, Кресе, Бодом Миндюр, Сеньяда Самбра. А говорит, идите и по всему миру поднимите учеников. Матфея 28:16-20. Потом говорит, проповедуйте Евангелие всей твари, всему творению. Марка 16:15-20. Я на 21:15-18. Пасите агнцев моих. Так как и не деньги. 9:8 до края земли будьте моими свидетелями. Когда? 여러분이 이게 마지막 주님이 부활을 하신 이후의 말씀이고 또 승리를 하신 말. Значит, вот это последнее слово, которое сказал Иисус после воскресения, и это есть повеление Божье, которое Бог будет совершать. 예수님께서 3년 동안 사역하신데 3년 동안 사역한 목표 포인트는 뭐예요? 제자 삼고. Значит, Иисус 3,5 года вел служение на земле. Какая была цель? Поднять учеников. 그런데 열두명인데 11명 마지막에 마티아 뿌라세요 12명 значит, поднял 12 учеников, один из них потом предал, потом подняли другого 그 사람들 사도라, 사도들이래 вот мы их называем апостолы 또 중직자 70인 потом были лидеры верующих, простых верующих, 70 учеников 그럼 마지막 마가다르빵에 남은 한 120명 되잖아 И потом последние вот, собравшиеся ученики после Вознесения, 120 в горнице Марка. Говорит, вот этим ученикам Иисус говорит, идите во все народы, ставьте учеников. Поэтому вам необходимо различать, есть толпа, а есть ученики. То есть толпа, в основном их много. Но они не ученики. 제자는 소수인데, 예수님께서 부르신 제자들 말고. То есть Иисус, он когда жил, была и толпа, и ученики. Ученики всегда меньшинство. 본도 많은 무리 따라왔는데 별로 관심 없어요. 제자에 관심. То есть хоть и за Иисусом следовало много людей, но это была толпа. Иисус не был заинтересован в толпе, он был заинтересован в учениках. 그러니까 우리도 마찬가지입니다. 우리도 여기 은혜를 뭐 Мы тоже можем встретить толпу на нашем пути, но нам надо сосредоточиться на учениках. Поэтому что такое деяние, книга деяний? Это когда ученики пошли повсеместно и ставили учеников. Вот я вам уже говорил, да? В Библии, в деяниях что появляется? Город. И имя ученика дом. Почему-то кровь Бога. И вот сейчас нам тоже надо это восстановить. Ирод Борга, они даже деньги из скайпера, а чем я делаю, те дядя. И вот тоже вот через вас сейчас по скайпу в других местностях сейчас ученики поднимаются. Черви сирка, черви бидир, харви надево. Ангау тоже все это может. Да, то есть сейчас можно через медиа даже никуда не ездить, но через средства массовой информации поднимать учеников сейчас можно. Включай.
그래요. 아르메는 막 곳곳에 다 제자 찾아서 전부 막 말씀 좀 해서 계속 몇 세대 공부해 주면 제자 세워지면. Поэтому сейчас в Армении в разных местах поднять вот этих учеников, чтобы через них было движение слова. 그러면 여러분이 사도행 1장 14절에 15절에 보면 마가다방입니다. Поэтому если вы посмотрите Деяния 1 главу 14 по 15 стих, здесь идет повязка Полиса Марка. 이 사람들이 그냥 사람이 아닙니다. 전부 사도행 1장 1절 3절 8절에 언약을 하고. То есть это не простые люди. Это были люди, которые ухватили за завет Деяния 1, 1.3.8. Христос, Царство Небесное, это только наполнение Святым Духом. То есть они ухватили за это как за Божье обещание и вместе собрались. Сколько людей? 120 людей. 120 человек. 그런데 이 사람들이 전부 흩어져서 오후에 시작. Потом вот эти 120 они рассеялись, разошлись и начали проповедовать Евангелие. 그게 사도행 2장 하나님의 역사가 마가다라 앞에 불같이 많은 일이 나타나면서 그때 이걸 보고 흩어져서 이 사람 오후였는데 여기서 41절을 보면 제자가 3,000명이 났다. Вот Деяния 2:1-47. Бог начал действовать, подобно огню и ветру. Потом они рассеялись, начали проповедовать, и вот если вы посмотрите, в 41 стихе написано 3000 учеников поднялось. 그렇잖아요. 자, 120명이 3000명이 되다. То есть смотрите, 120 человек подняли 3000 учеников. 그러면 한 사람은 몇 명이? Вот если так посчитать, один человек сколько поднял учеников? 이 사람들이 다 모여 3000명이 됩니다. 3000 모르시죠? 옛날에 3000 모르시죠? 장수 있습니까? 또 이제 다시 모세님. 다시. 3000명이 교회에 모여있었다는 그런데. Вот эти 3000, они не собирались все в одном месте. Потому что не было такого места, где можно 3000 собраться. Но они вот в разных местах эти ученики были, и вот общее количество было 3000 учеников. 그러면 우리가 평균적으로 봐서요. 100명 잡고 3000명, 한 사람당 1인당 몇 명이요? 응? 100명이니까 한 사람당 30명이잖아요. 왜냐면 если мы посчитаем через одного человека, который был 25 учеников. 25 учеников через одного. 100명이 30명이잖아요. 30명. Приблизительно так. Через одного ученика с горницы Марка поднялось 30 учеников. 20대고 100명 하면 30. 그렇죠. 한 사람당 30이지. То есть один вот этот ученик поднял 30 других учеников. 비율적으로 그렇죠. То есть вот если вы сейчас почитаете вот таким образом. 그러면 여러분이 이걸 한번 생각해보세요. Подумайте об этом. 전도해보면요. 여러분이 300명을 복음전 Вот смотрите, 300 людям вы передали, вы проповедовали. 300명 복음 전하면 여기서 제자가 30. Вот если вы передадите Евангелие 300 людям, тогда обязательно появится 30 учеников. 30명이 제자다. 30 человек это будут ученики. 자, 300명 여기 가면 그래서 제자가 30. То есть, к примеру, 300 человек приняло. Среди 300 принявших будет 10%. 30 учеников, 1/10. 여러분, 3000명을 전도하면 300명이 영접을. То есть, вот если вы будете проповедовать 300, то 30 точно будут ученики. 300명이 영접하면 제자가 30명. Вот если, к примеру, вы проповедовали 3 ученика будет. То есть, всегда 1/10. 그럼 여러분, 올해 목표를 삼아야죠. Поэтому в этом году вам надо поставить цель. 내가 아는 사람 300명 이름을 명단을. То есть мне надо написать имена 300 людей, которых я знаю. 그래요? Список составить. 지금부터 노트에다가 내가 알고 있는 사람 한 명단을 줘. Вот вы возьмите блокнот.
и запишите имена всех людей, которых вы знаете. 내가 아는 사람 이름을. То есть имена всех людей, которых вы знаете. Да, вот подумайте, кто в вашем окружении, кто рядом с вами, и всех запишите. 300명을 여러분 이제 내가 보고 있습니다. И потом поставьте себе цель. Этим людям, ну, допустим, приблизительно 300, мне надо передать Евангелие. 그럼 300명 복음이라면 30명이 복음받고 인지받고 아 맞다. то есть вот вы проповедовали 300 людям, 30 из них примут Евангелие, да, помолятся молитвой принятия. 이 사람들이 예루살렘 말씀을 계속 받게 보나. И потом вот эти 30 людей через вас надо сделать так, чтобы постоянно слово получали. 그럼 여러분이 이 사람에게 구원의 길을 덮여. И потом вы этим 30 людям объясняете путь спасения. 구원을 덮여가지고 복음 전해가지고 영접하면 그다음부터 그래가지고 목사. То есть вы им передали путь спасения, они приняли. Потом вы сделаете так, чтобы они сами научились путь спасения писать. 그래가지고 이 사람이 제자다 싶으면 이제 복음 덮여. А потом, вот когда они уже вырастут как ученики, потом передайте им евангельскую диаграмму. 복음 높이를에 들어야 밖에 왜냐면 이거는 십자가 신앙, 부활 신앙, 성전 신앙, 재림 신앙. То есть мы через евангельскую диаграмму меняем их взгляд. Вера в крест, воскресение, вознесение, второе пришествие. Мы меняем их взгляд, нашу сферу. 그러면 세 명이다. И вот тогда выйдут три человека. 세 명이 완전히 시스템. То есть вот эти три человека, они уже станут системой. 자. 이 사람이 나오면 그 지역이 교회야, 지대. И вот на основании вот этих трех людей, там где они находятся, в той местности, надо поставить вот поместную цель. 마치 여러분이 모인 지대가. Вот так же самое, вот у вас сейчас здесь собрание, это поместная церковь. 아르메니아의 곳곳에 요것을. А в Армении по всем местам надо поставить вот такие поместные церкви. 하나님이 이 사람 준비라. И таких людей Бог уже приготовил. 우리가 이 사람 보고 절대이다. Вот мы когда смотрим на вот этих трех людей, мы говорим, это абсолютный ученик. 하나님이 준비한 절대이. То есть абсолютный ученик, приготовленный Богом. 이 사람 나오면 반드시 이런 장소 나오고 지속돼. То есть вот когда такой человек появится, будет и место, где на основании него будет идти движение слова, и постоянство будет. 여러분 오래 한번 해봐라. Вот вы в этом году вот так попытаетесь, вот так сделайте. То есть, если бы, допустим, Бог не приготовил, не получилось бы. Но, то есть, человеческими способами это невозможно делать. А что мы делаем? Бог уже этих людей приготовил, мы их просто находим, их найти надо. То есть, их надо найти, потом их надо дать им обучение. И отправить их тоже на место действия. 그럼 하면 세 명이 저도 300명 했더니 세 명이 나온. Поэтому из 30 вот этих принявших обязательно будут три таких ученика. 그럴까요? 여러분 이걸 안 해보면 못 찾아요. 아 если вы не попытаетесь проповедовать, тогда вы не сможете найти таких людей. Поэтому надо попытаться. 지금 이럴 때라니까. 이제 우리 1년 동안에 여러분 이거 목표로. Сейчас у нас с вами январь, правильно? Но в течение одного года, до конца года, вот это... Вагинаги чёндома, не кыням вагинаги, не кыням вагинаги, кроме... Ерэбы 300명을 지금부터 노트에다 이름을 내가 알고 있는 사람, 왜냐? 내가 아는 사람은 나, 하나님 나를 통해서 공부하는 게 뜻이야. То есть, одному человеку попробовали, и всё. Не получится найти таких, поэтому надо 300 написать. Надо написать все, кого знаю, и попробовали. Почему им? Потому что Бог дал мне встречу, чтобы они через меня приняли Евангелие. 왜? 내가 복음을 받았지, 알. А с меня должно начинаться проповедование, потому что у меня уже есть Евангелие. 그래서 300명 내가 아는 사람은 이거는 전도가 아니고 사명이 아니고 양심적으로 해야지, 왜냐? 내가 공부할 건데 내가 아는 사람이 복음 전하는 건 양심이죠. Поэтому проповедование вот этим 300 знакомым людям, это не должно быть просто проповедование, это должно быть ваша совесть. Бог вам дал Евангелие, но не только для вас, чтобы через вас другие приняли Евангелие. То есть совесть уже. 내가 아는 사람은 잘 생각 적어보래. Поэтому вот, с сегодняшнего дня напишите список всех людей, которых вы знаете, имя, потом контактный номер. 그래서
300명 명단을 작성한다. поэтому создайте список. 전도 명단이야. 전도하기 위해서 명단. список проповедования. список проповедования. 그럼 뭐하냐? 그래서 300명단을 갖고 기도하는 거예요. 계속 기도. и потом начните молиться за этих людей. молитва за вот этих 300. 그래서 사람들에게 300명 전도 스케줄. и потом создайте график проповедования вот этим 300 людям. 어떻게 전달까? как же мне им проповедовать? 직접 만나서 전하면 제일 좋은데 또 그렇지 못한 사람들. то есть, но есть люди, с которыми не могу лично встретиться. 그럼 어떻게? тогда как им проповедовать? 뭐 자료를 준다. можно им что-то отправить, какой-то материал. 아니 문자로 뭐 보내. или можно какое-то сообщение отправить. 그렇잖아. 어떤 방법이 한번 보고 전달할 수 있도록 함께 숙여줍니다. то есть, вот надо составить график проповедования и подумать, как им можно проповедовать. 이걸 여러분이 1년 동안 계속 하는. И вот в течение одного года вот это постоянно делать. 해보면 10% 나오더니 10% 받아주고 여기 와요 받아서 30명. То есть если вы так попробуете делать, то из этих 300 одна десятая появится обязательно. 30%는 이 복 받고 야 맞다 복나 이거 합니다. То есть вы проповедовали 300, 30 영지마. точно примут. А точно это Евангелие и примут Иисуса Христа. 영지마 끝나야 지속적 말씀을 운동해. Но не просто. Не просто, чтобы они приняли и все. Потом вот этим 300 надо помочь им постоянно слушать слово. И потом вот эти группу создадим WhatsApp. Вот там можно будет писать. список людей, кому проповедовал, и вот так вот всегда будем друг друга информировать, как проходит проповедование. 한 번 듣고 해가지고 그래야 됩니다. 변화 되죠. А если вот так один раз попробовать, один раз попроповедовать, так учеников не поднимешь. 여러분도 오늘 이렇게 듣고 그냥 아 그래 맞다 이 편하게 내일부터 안 하면 얼마 못 가, 일주일도 못 가 다 없어질 거예요. То есть вы тоже сегодня слушали слово, получили благодать. Но если вы завтрашнего дня не будете повторять, через пару дней все это уйдет, эта благодать. И забудется все. 그러니까 진짜 제자라면 따라온다니까. Поэтому если действительно появятся вот эти 30 учеников, отдельно надо помогать им и постоянно им слово давать. 그러니까 꼭 계속 해야만 이게 복이 날 변화시키는 거야. И только когда вы будете постоянно помогать им слово слушать, только тогда будут у них изменения происходить. 그래서 오늘 이게 끝났다. Действительно, на Христе все закончено. Вера в крест. 무엇이나 그래서 나의 주시다. Вера в воскресение. Христос мой хозяин. 그렇죠. 승천신이다. 뭡니까? 그리스도의 통치받는 사람. То есть, вера вознесения, что это такое? Я получаю правление Христа. 재림신은 뭐예요? Mission. То есть, вера во второе пришествие, что это? Это миссия от Бога. И он из-за бока будет. То есть, вот так вот через слово постоянно поменять, вы его жизнь поменяете. 거기서요, 아까 말해, 여기서 3명 절대되나. И вот как я сказал, среди вот этих 30 появится 33 абсолютных мужчины. 여러분이 1년에 세 군데의 지결을 딱 받아요. И потом вам за год надо в трех местах поставить по местной церкви. 여기에 하나님의 역사가 아니면 절대 불가능. То есть вот здесь. 하나님의 역사하셔야. То есть вот здесь, если Бог не действует, если Бог не действует, не будет действовать, не получится. А Бог будет действовать. 자, 이걸 하는데 하나님 이 안에 많은 하나님의 역사가 보이기 때문에 여러분 자신이 그걸 봐요. Поэтому вам обязательно надо делать, потому что если вы так будете делать, внутри этого вы выйдете многое, как Бог будет действовать. Вот смотрите, ранняя церковь, 3000 учеников поднялось. То есть 120 человек, а проповедовали повсеместно. То есть вам надо испытать вкус вот этого, вкус надо испытать. То есть вот это вам миссия, которую надо исполнять. 당장 돌아오시면 이번에 여러분 300명 이름을 적어야 됩니다. 쫙. 그래서 вот мы закончим и начните сразу, напишите список. 그 자체가 뭐 축복입니다. То есть вот так вот делать само по себе это уже благословение. 내가 그러고 기도하고 어떻게 하면 이거 뭐 내가 복을 전달할 것이냐. То есть я пишу имена людей, потом думаю, Бог как-то... 그렇죠, 멀리 사람도 있고. Ну вот есть люди, которые далеко находятся. 그래 뭐 어쨌든 문자로 보내기도 하고 아니 뭐 제 자료를 갖추고 한번 읽어보라 하시고. То есть поскольку далеко понятно, что можно сообщение ему отправить, либо отправить ему какой-то материал. 직접 만나 보고 설명하고. А есть люди, которые близко, надо что с ними встретиться. 그래 반응을 보면 거기서 10%가
Люди вандарят. И потом надо просто смотреть на реакцию людей. Вот 1/10 обязательно примет Иисуса Христа. Люди вандарят, тесок, то ям, ямин. Кто-то семей надо. И потом этих 30 вы постоянно воспитываете, и появятся 3 абсолютных ученика. Зараз, чертили. Вот эти люди абсолютные ученики. Зараз, чертили. Вот эти люди становятся системой. Кто-то чертится, кто-то, и зараз, чертится, сарам бойдем. И на основании этих людей мы создаем поместную церковь. То есть на основании этого человека собираются другие люди. И потом, если вы вот так вот один раз попробуете, потом проповедование становится легким делом. То есть я попробовал, получилось. Куда потом не пошел в университет. И в университете так делал. Так же самое. Создал 500 людей, молюсь, Бог, и потом проповедовал, и появляются люди, которые Бог приготовил. А если вы так поступать не будете, евангелизация Армении не получится. Потому хватитесь, абсолютный Божий план. То есть, абсолютный Божий план здесь в Армении Евангелие восстановить и передавать. Вот до этого что мы делали? Мы вам объясняли, какой Евангелие восстанавливать, какой Евангелие передавать здесь. То есть, путь спасения для проповедования других людей, для воспитания других людей. Для того, чтобы поменять взгляд учеников, надо иванскую диаграмму. Поэтому вот мы вам объясняли иванскую диаграмму. Да, вот мы только один раз прослушали, конечно, но не все понятно. Но если вы будете вот так вот делать, тогда Бог начнет прикреплять вам подготовленных учеников. Поэтому я почему сюда приехал? Для того, чтобы помочь вам самим поднимать учеников, я сюда приехал, чтобы... Ну, как вы сможете воспитывать, если не понимаете... Поэтому я передавал вам лекции, а теперь я хочу помочь вам, чтобы вы сами писали То есть, если вы сами сможете понять, тогда вы другого встретите, ему поможете самому писать, и его будете воспитывать, будете ему лекции передавать. Почему? Сегодня Бог говорит. А? Сегодня Бог? И сам Чезара, а видео, ты Бог Ваня. А, вот я тоже думаю, как проповедовать Евангелие. Вот я ухватился за завет. Иностранцы, которые уже приехали в Казахстан. Вот среди них надо найти учеников. У нас в году есть два праздника, красный календарь. То есть вот тогда никто не работает, не учится, никто тогда. И вот тогда, в эти праздники я всегда провожу сосредоточенное обучение. В течение 3 дней сосредоточенное обучение. То есть с самого утра и до вечера. И последний день форма. То есть общий форм, все делятся формой. И всегда появляются такие люди. Я думал, я приехал сюда учиться, а оказывается, Бог мне послал, чтобы я Евангелие услышал. То есть я думал, я приехал учиться, а у Бога был другой план, чтобы я Евангелие услышал. И я сам сейчас принял Евангелие, теперь надо к себе поехать в страну. То есть вот люди сами так исповедуются. Я вижу, вот такого человека, это приготовлено Богом учиться. И потом я помогаю, я его воспитываю. И потом я отправляю тоже его в главную организацию получить обучение. А когда приходит время ему поехать домой, я его отправляю, я говорю, все, ты теперь ответственен за свою страну. Поэтому ты вернешься, теперь проповедуй это Евангелие.
И поскольку у этого человека сердце относительно Евангелия, я помогаю ему перевести материалы на свой язык. Кажется, материалы. И он продолжает проповедовать. Ни 가족도 전하고 교회 가서 저희들 전하고 막 지 친구 전하고 이렇게 합니다. И потом вот этот ученик возвращается и начинает проповедовать родным, знакомым. Вот это там сильно. Я кого-то знаю. И люди спрашивают: о, откуда ты узнал это Евангелие? О, да, Хангуопе. Я поехал в Корею. Я, нас выучил. Там в Корее услышал. Нас влюбился. О, я тоже хочу услышать, я тоже хочу получить обучение. О, да, Ельмин Бадим, да, я так я говорю такому человеку, если 10 таких собираются, остальные я приеду. Я приеду, и я проведу обучение. Говорю, я же умею. И однажды приходит звонок. О, сами, вас влюбился. Пастор, приедьте, проведите обучение. У тебя тонкие дыры тирали. И я беру переводчика и еду в ту страну. Кроме тебя ему она. И вот приезжаю, они уже сами собрались. Нам хулечки ты. И я только одно мне до. И ты знаешь, дорогая, не могу сам хулечки. И вот все, кто собрался, я их воспитываю потом. Вот ты на чем-то уже хотели. Вот было время, не было места. Вот мы в отеле собирались. Я в отеле, где-то ура, я могу на кое-что хулечки. То есть я всех пригласил в отеле, мы в комнате собрались, я воспитываю. Крыш, да, хуй. Ну и потом я закончу и это вот там, да, да. И в следующем месяце опять возвращаюсь, опять провожу обучение. И вот эти люди, они сами получили обучение, проповедуют другим, потом других приводят. Вот эти люди сидят. И вот таким образом я учу, нахожу учеников. И когда помню, сами давай. И среди таких людей важный ученик появляется. Вообще, а как чангирядо. И вот сейчас вот. Появились важные люди. Это директора теологических семинарий, важные пасторы. То есть те люди, которые дают влияние. И вот таких вот важных людей я приглашаю в Корею на обучение. Это во время зимней миссионерской конференции и летней конференции Арена. Вот я таким людям помогаю, чтобы они получили обучение в одной организации, а потом в течение последних трех дней я даю обучение им. И вот зимой во время миссионерской конференции тоже мы пригласим 50 человек. То есть разных людей 50 человек приедет. Я не могу. То есть вот это благодаря тому методу, который я использую. Чертыня. То есть за что я ухватился? Вот это абсолютное учение. Причина. То есть я вот это испытал. Кандарвада. То есть в каждой стране есть такие люди. Я ханами ульмана кипаси азе. То есть, как думаете, насколько Бог он доволен вот этим? Я, кстати, когда вот я ханми ханара дали. Поэтому я когда вот это испытал, я так понял: один человек, одна страна. Я говорю, Индонезия. Вот в Индонезии тоже через одного человека. Приехал один студент учиться в Корею. Кега бомба у нас ханбали. Вот он получил Евангелие и он так сказал. И Бог чудрова. Вот это Евангелие первый раз слышу. Нам говорил, да не учимся, так говорил, да Бог чудрова. То есть ходил в церковь, все разное слушал, но вот это Евангелие первый раз слышу. И говорю, сейчас помню, да? В Индонезии нет Евангелия. Чудрова. А где тетя? Я подумал, он действительно ученик. И хамит, да, и говорю, это как. И вот потом вместе с ним я поехал в Индонезию. Вот это, и говорю, сейчас хамио, ман, сарам саде, мангут, манге сумит. Сколько мангера манга? А, но в Индонезии очень много островов, очень много. Сколько? Ульмару, Ингуду, Умсенайма. То есть и население очень большое. Сколько же я говорю? И Хареев, Деба. И сейчас что происходит действие? Сейчас в разных местах поднимаются ученики. Хорошо, Индонезия, Шинакио, Самбек, Хачики, Шинакио. И вот я сейчас в 30 Самбек. Шинакио, Мульмаги, Лиша. А вот сейчас около, ну, очень много дверей открылось именно в семинарии. И сегодня тоже сообщение пришло. Директор семинарии мне отправил сообщение. Вот он говорит, пастор, я вот хочу сейчас рукоположить некоторых пасторов, пожалуйста. То есть вот я сейчас их, все те пасторы, которые подо мной, приедьте. То есть вот они сами собирают и меня приглашают, чтобы я проводил обучение. Смотрите, ну, если Бог действует, тогда все получается. Индонезия, Малайзия, Камбоджа, Филиппин, Эфиопия, Сри-Ланка.
Вот так вот Индонезия, Малайзия, Филиппины, Камбоджа, Шри-Ланка, Индия. 그러니까 아르메니아도 똑같아요. Вот в Армении также сам. 분명히 하나님 대충 빌리지. То есть обязательно есть ученики, которые Бог приготовил. 제자는 복음의 반응을 나타내. Как понять, кто ученик? Причем? Надо посмотреть на реакцию. У учеников реакция на Евангелие. Если барабика. Что это? Наверное. Говорит, следуйте за мной. Наверное, второе. Следуйте за мной. 그럼 내가 너희로 사람을 얻어야 된다. Я сделаю вас ловцами человека. 그거 따라오는 거예요. То есть его ученики последовали за Иисусом. 거기 없는 베드로 보고요, 나를 따라오라. И тоже Петр ловил рыбу, он говорит, за мной иди. 그걸 예물을 따라. Он бросил эту рыбу, сети и пошел за Иисусом. 아버지하고 세베드 아들 야고 요한이요, 그물 깊고 있는 거야. 예수님 지나면 나를 따라오라. 너희도 사람을 얻어야 돼. Яков, Иоанн, папе помогали, рыбу ловили. Иисус говорит, следуйте за мной. Бросили и пошли. Кыбурам, а быть не то утром. То есть они бросили то, что там отец сделал, помощь отцу и пошли. Сему гомбун, гомбун, матыга иннэдэ, Иисусе, нал тарухай, чигам не бру тарух. Потом встретил Матфея, он там собирал подать, он говорит, следуй за мной. Кыги тетябит. То есть вот это ученик. Дугу тарух. За кем следует? Иисусе тарух. За Иисусом следует. Бурины, дугу, бой тарух. А толпа за кем следует? Мы Иисус тарахан дябида. Иисус, толпа не следует за Иисусом. Иисуса хэнган кидзэн нынь его тарахан. Толпа следует за силой, которая проявляется у Иисуса. Вот тут нас гочевик баклата. То есть накормил 5000 человек. Вау, как классно. Вы гайо? Почему? Почему они последуют? Иисус тарахан гайо. Порту кубо. Куду. Не за Иисусом они последуют, а за тем, что Иисус делал. Он кормил людей. То есть они не настоящие, не ученики. Иисус говорит, наверное, второй год, шагиры выиграл, нормально ищите второго. Иисус говорит, что кто хочет следовать за мной, отверни себя, неси свой крест и иди за мной. Кричит. Вот это ученик. Почему Иисус говорит, эй, второй? А вот сейчас Иисуса нет. За кем следовать? За кем следовать? Боже, помните Богом. То есть за Евангелием следовать? Почему? Богом и второй Иисус второй. То есть если я следую за Евангелием, то же самое, что я следую за Иисусом. Сколько тебе за чего я помню, ты не моргаю. Поэтому учеников легко поднять, надо только Евангелием передавать. Понял? Правильно? 3일 동안 내가 복음 집중했던 데 보면 딱 반응이 나와. Вот тоже в течение 3 дней я передаю Евангелие, и реакция... Мурит-то же 100% уже. Мурит-то маяко, маяко, спирит, шура, хилюс. У толпы нет интереса в этом. Причем в духовном нет интереса. Курчина как? Поэтому я таким людям говорю, ну, идите домой, идите. Нана, да говорю, хаосим как? То есть, хотите идти, идите. Я на тебя чаки-то будет перекуда. Почему? Я ищу учеников, толпа мне неинтересна. Будет на капу. Поэтому толпе можно идти. Вот это на меня. А тебе помню давай. А какие люди остаются? У Евангелия. Которые Евангелие интересны. И действительно помню, да. А вот это действительно, это Евангелие. Косанман давай. Вот только такие люди остаются. Косанман, не ты на меня, помню ты на меня. Такие люди, они не следуют за мной, они следуют за Евангелием. Только, кочаны. Вот таких людей надо найти. Я пандит чизуамида. И такие люди, они имеют постоянство. Почему? А я людям таким что делаю? Только Евангелие постоянно проповедую. То есть другим, другой я вообще не даю таким людям. Почему? Потому что если я буду давать что-то другое, нужных найду. Вот в Африке я проповедовал, в Африке тяжело. Я пришел и говорю, я вам ничего не дам. Кто хочет получить другое, идите. Я только Евангелие проповедовать буду. Богумман дыры сарман намар. Кто хочет проповедовать, кто хочет слушать Евангелие, оставайтесь. И надо постоянно только Евангелие проповедовать. Богум аймен нео мандар югопсы. То есть, если не Евангелие, тогда нет причины со мной встречаться. Ханами йорун сану ко капнара мадайтан. И вот Бог сейчас дает мне встречи с такими людьми во всех странах. Сёнен кыр патам. То есть, я вот это увидел. Сынки кудэро. И вот тут это все по Библии. Армения до тугата. И в Армении так же само. Я уверен, мандар юным поупеке, а не мандар юго все. Вот то, что я с вами встретился, есть только одна причина, ради Ивана. Если не Ивана, нет причин мне с вами встречаться. И это три же мусор не тимана. Да как бы, а мы то тоже мусор. Вот тоже пастор Низ, я ему вообще ничего не помогаю. Никак. 막 체면으로 막 한국 뭐 성교사 자꾸 자기 우리 막 뭐 불이원을 막 자기 막 이렇게 지시하려고 하더니 한국 목사들은 자꾸 지시하려고 한다 이거. 어떠세요? 파스터 스카리
постоянно мешал пастору Денису слушать Евангелие. А чем надо, Крым писал, если Крым, по Крым, я дорогу. И вот я тоже в такой ситуации был, как он, поэтому я его понимаю. Нам Богу на буточку. То есть я тоже сказал ему, я дам тебе только Евангелие, другому ничего не дам. Только мне помада будет, мне на помаде это. Поэтому мы с ним встречаемся, я всегда одно и то же делаю, только Евангелие говорю. Только я. Чего он говорит, но Богу говорит, мата, я говорю, я говорю, пипаю, Богу возьми-ка, тарам. И вот пастор Денис ходит в своей церкви, сейчас получает гонение, но приехал сюда. Почему? Из-за Евангелия приехал. Когда цены 진짜 예수가 그리스도다. 또 있어요. 우리가 точно уверен, Иисус есть Христос. 우리가 붙잡아야 될 그리스도 하는 나라 오직. Поэтому за что нам надо держаться? За Христа, за Царство Небесное, за наполнение Святым Духом. 이 복음을 회복해. Вот это Евангелие надо восстановить. 이거 전할 제자를 찾으세요. И потом вот это надо передать ученикам. 여러분들이 그게 통하면 하는 거고 아니면 안 하고. 그렇죠? 못하면 그게 맞으면 서로 하는 거고 그게 아니면 안 하면 또 틀리다고 안 하면 또 другого ничего не делать, только вот это делать. 그럼 다 들어봤지, 다 오늘 다 가면 뭐 다 했어요, 아버님. Вот смотрите, вы уже все прослушали, да, вот эти лекции. 여러분이 진짜 제자면 하는 죄에 붙이게. Если вы сами ученик, Бог вам ученика приложит. 맞아요. 다메섹이 아니면 제자들이. Написано, в Дамаске бы ученики меня знали. 하나님 아니면 진짜 제자니까 바울을 붙이고. Поскольку Анания был сам учеником, Бог ему привел Павла. Ханаймен чего-то. То есть Бог он очень точный. Нега чедя айда, чедя обучим. Если я не ученик, Бог мне ученика не прикрепит. Ярому чинча Богом тане чедя бантами хана обучим. То есть если вы действительно ученики следуете за Евангелием, Бог вам прикрепит учеников. Только ярому чаще куда табулия. Поэтому вам надо сейчас все остальное отбросить в своей жизни. Ямар крисого вот это чедя табу почимда. Вот действительно Христос разрешил все проблемы, конец всему. 저는 지금까지요 30년 동안 보험방에 말해요. 지금까지? 보험방에 말 안 해요. Вот я вам, вот до сегодняшнего момента я вам только Евангелие говорил, больше ничего другого не говорил. 내가 30년 동안 맨날 얘기해요, 아니 보험얘기해요. 어떤 3 дня я здесь постоянно только одно, только Евангелие говорю. 근데 하나님은 이 보험을 들은 사람을 다 붙여. И вот мне всегда Бог прикрепляет людей, которые Евангелие должны услышать. 올해는 내가 목표가 30개 나라. 30개 나라에 30년 강나라마다 제자 세운 거야. Вот в этом году у меня цель в 30 странах поставить 30 учеников. 그래요. 무르지 않으시기 템. 절대 세 명을 찾아 세겠지 그래요. И потом на основании этих учеников поставить вот эти поместные церкви, системы поставить. 그 저는 던져놓고 그런 사람 찾아가지고 방식이면 돼요. Поэтому я вот таких людей нахожу, потом даю им обучение и их отправляю, посылаю их на места действия. 그러니까 아르미나도 마찬가지예요. 아르미나에 진짜 이 복음을 한 사람 제자 찾아주고 이 제 파괴를 시켜. 그래서 아르미나에 также самое. Здесь надо найти учеников, потом их воспитать, а потом их отправить на место действия. 네, 이제 내일 저 키르기스탄. 오늘 завтра еду в Киргизстан. 카라반타가 우리 소냐 전사님. У нас есть Соня проповедница в Карабалте. 와 이분들은 야 막 하나의 바지 굉장한 전도. Это проповедница только одно знает. Каждый день выходит на место действия. 아이들 봐봐 아이들. И потом сейчас дети поднимаются там. Я не знаю, как я не знаю. И вот год я только один раз туда езжу. И мы нам то сели же, сели. То есть я еду и даю крещение в этот раз. Почему то сели же, сели больше на ухо, сели же. Почему? Она постоянно проводит, постоянно появляется людям, которые на крещение. Поэтому боксов не будет, только не было, что боксы делать, сели же его и вот. То есть там пастора нет, поэтому я еду раз в год и как пастор я провожу крещение. Куда вы лезете? Я, я сели же там. 우리 교회 소속이란 내가 그 목사로 세워 줄 수 있다. 다시 내가 세례 주려 가면 내가 여러분들 우리 교회 소속이 돼 내가 내일 목사로서 세례 줄 수 있다. 아, 얘다. Но однажды я так сказал, чтобы я давал крещение, то конечно было хорошо, если вы будете по местной церкви, наша по местной церкви. 그러니까 목사 있으면 목사하면 되는데 목사 없으니까. То есть, к примеру, там есть пастор, там не так не надо говорить, а там пастора нет. 그러면 방법은 지금 하면 된다. Поэтому метод, чтобы мне туда ехать и мне там крестить кого-то, это сделать церковь нашего места. 여러분, 하고 싶으면 내일 요청하고 아니면 안 된다. 응? 여러분도? 다시. 그래 하고 싶으면 내일 그래 요청하고 아니면 안 된다. 어디 있어요? 여기 있어요? 여기. 아, 일단. 아, поэтому я и сказал, если вы хотите, вы можете стать нашим местным церковью. А не хотите, не надо.
Сколько и вот их чиги вообще-то. И они сказали, да, мы хотим стать поместной церковью вашей. У них баран там как-то, у них боксами крики, там седе джуго, там ханку хлюбаешь, там хлюбаешь, там туалет. То есть они так сказали, нам ничего не надо, пастор, просто приезжайте, проводите крещение и иногда помогайте нам в Корее получать обучение. Ну, что это они там делают? Я говорю, окей, приду. Поскольку они проповедуют, я сказал, хорошо, давайте так сделаем. Говорю, да, я не могу говорить. Поэтому раз в год я туда еду. И вот я, сам, ну, 다른 동기 없어요. 오직 복음과요. 맨날 구역사하고 막 자기들끼리 전도 그리고. 이 вот эти верующие там, у них нет никаких других мотивов. Постоянно только проповедуют, пишут сами диаграммы, вот так вот поступают. 그리고 내가 무슨 내가 뭐 이익 손에 그런 거 없고요. 오직 복음밖에 못 받고. Поэтому у меня лично никакой выгоды нет. Только чтобы Евангелие было. 얼마나 감사한. Насколько я благодарен. 젊은 자매, 아, 결혼도 안 한 자매가 수포 있잖아요. 여자는 24시 가게 그거 하나 내가 예를 들어 자기 돈이 없어 은행 대출 받아가지고 вот там в Киргизстане есть одна молодая девушка она взяла кредит с банка и открыла свой маленький магазинчик это она сейчас это ее маленький бизнес 그 수입 조금 이자 갖고 남은 가지고 자기가 막 교회 헌금해가지고 애들이 가르치기도 하고 그래서 이렇게 그 애들이 모여서 예배드리는 장소도 많아 그러니까. 그래서 나 получает прибыль из магазина, там небольшая, и там отдает долг, а остальное в церковь, там до 10, потом помогает верующим богослужение преподносить. 왜냐면 그만큼 복음을 사랑하고 교회를 사랑해. 또 есть вот настолько она приняла Евангелие, и из-за Евангелия она сейчас любит церковь, любит верующих. 그러니까 참 하나님 이런 사람들을 아주 곳곳에 있나. Я подтверждаю каждый раз, Бог таких людей приготовил в каждом месте. Армения-то крым там умеет там. Ерунду крыко, то ерунду только сам там мандит. То есть обязательно в Армении тоже есть такие люди. Есть уже вы и есть другие люди. Вам таких людей надо встретить здесь. Крыка, хебошинака, ханами, оре, ерунду только оттуки, чедер сегука. Поэтому сами проверьте, Бог, как в этом году ты через нас будешь ставить учеников. 일단 제일 여러분 아는 사람부터 양심적으로 보면 괜찮더라고요. По совести, для начала тех, кого вы знаете, им надо передать Евангелие. Хорошо. Понимаете? О, вот, Мигдана, Сергей, Тегора. Подумайте о людях, которых вы знали, и знаете, и напишите список. И потом молитесь за этих людей. И потом составьте расписание, как я могу этим людям сказать. И затем вы увидите, что есть люди, которых Бог приготовил. 요걸 여러분이 한번 실천해 보시면 정말 요게 성경대로 거둘 때도 맞다. 그래서 если вы вот в этом году так попробуете, вы действительно испытаете, что действительно по Писанию получается все. 그렇죠. 또 아르메니아도 여러분들이 그렇게 원하면 저는 여러분을 도와줘. Поэтому если вы хотите, чтобы в Армении тоже было так, то я вам могу помочь. 여러분이 원해, 여러분이 뭐 기도하다가 응답 받아야죠. 하나님, 아 우리도 여기서 지기하고 싶고. 정말 우리가 목사님과 통화하고 싶다 이러면 요청하면 제가 와가지고 한 비싼 식목을 하고 또 뭐 다른 분 여행도 그분 하고 그랬대. 그래서 또 하시지 않아 파스타. 우리도 하기 위해서 밤에 선생님을 вот так вот испытать проповедование. 또 우리도 하기 위해서 함께 이제. 아까 я помогу. 그렇죠. 그래 내가 보니까 우리 자매 같은 경우는 이미 뭐 신학교 옮겼고 그런데 그걸 분리필요한 거야 내가 볼 때는 뭐가 필요냐 이 도표는 좀 분리필요한 거야. И вот, вот здесь есть Генрета, она уже училась в семинарии, уже проповедует. Поэтому я почему приехал? Чтобы сейчас помочь. Поэтому, к примеру, я не могу часто приезжать, но максимум один-два раза. Но необходимо, чтобы был тот человек, который может эти лекции сам передавать. Да. Оба, Эльмаку не гаскесе. Ну, Твоего тоже много может передавать. Оба, Хару, чем ты не обида? Вова Хару? Оба, и Вова Сабр, Эльмар Майк. А, вот Вова ну, много раз уже передавал эти послания. Он не был Барепа, Эльмар Майк. Эльмар? И Вова, и Вова Сабр, Эльмар Майк. А, ну, сам я звонил. Только, он и Вова, и Вова, и Эльмар Майк. 아, 제가 이미 얘기했어요. 그럴까? 오늘 이제 스카이프 보고가 수없이 제 강의를 듣고, 어? 그렇잖아.
То есть Вова, он не просто так передавал, он сам много раз слушал эти лекции, поэтому сейчас может передать. Кредо, а это по-пузюарке. И то, как я смотрю, он, ну, сейчас еще не делает. Помары, мары, может, это помоги, сильная помоги, дюнаре. То есть, ну, конечно, я хоть и не понимаю русский, но я смотрю, как он передает, но я понимаю, ну, еще не идеально далеко. Целый канал, это иерщики, вот он, экзамен, вуксов, чайдавей, учеров. То есть, что я делаю? Сначала я людям помогаю, я даю им лекции, чтобы они поняли, а потом я делаю, чтобы они сами передавали. Только, мог сам ты вечер отдали, да? И канал, что я отдал, это не я. Также есть пасторы, которые тоже слушают мои лекции вот эти. Какой бы ты мог взять форму? Знаете, что они сказали во время форума? Ханаги, Бог сами Богу и Чингирга, Чеджар Пусида и Гедал. Они говорят, пастор, действительно, Бог позволил вам упорядочить слово, поэтому он сейчас к вам ученик отправляет. И говорит, Чеджар Пусида. То есть вообще вот это я упорядочил. Ханаги, и говорит, Чеджар Пусида и Гедал. И поэтому Бог постоянно мне, ко мне учеников прилагает. Я думаю, так Чеджар Пусида и Чеджар Пусида. То есть если вы тоже упорядочите это слово в себе, Бог вам начнет учеников прикреплять. Кырка, и где первый квак хальт, первый чашин, тряги, да там дендерин, ханай, пучевая, вот так вот, а ман бараки обучен. То есть по мере того, как вы сами понимаете это послание, можете передать, по мере того, Бог будет вам учеников давать. А если вы сами еще не можете передать, Бог вам учеников и не прикрепляет. Кырка, урига. 중요한 사람 불러야 돼, 한국 불러야 되잖아. 이런 성격이 있더라, 또는 덕을 아시게 불러야 돼. Поэтому для того, чтобы дать таким важным ученикам обучение, мы их приглашаем в Корею каждую зиму и каждую лето. 그러면 그 사람들이 자비로움 좋은데 자비로움 사람 별로 없거든요. 우리가 초청이야. 우리가 대응이다 드려야 돼. Ну, конечно, было хорошо, если такие люди сами за свои деньги приезжали в Корею. Но денег нет, поэтому мы помогаем им приехать. Мы покупаем. 근데 우리 성교대 헌금이 아니고. Поэтому у нас есть миссионерский фонд, мы собираем финансы и приглашаем учеников. Почему мы это делаем? 이유가 뭐예요? Ради чего? 그 나라에 뜻대로 복음이 전달된다. 그렇죠? Для того, чтобы 그 나라에 복음이 나진다. Чтобы в той стране Евангелие начало восстанавливаться. 그러면 할래까요? 중요한 불 훈련식이 아니고 가서 복음도 하도록. Поэтому важных людей приглашаем, обучаем, потом они возвращаются, они сами будут проповедовать. 그래서 지금 50명 이번에도 초청해. Это в этот раз тоже таких людей 50 приглашаем. И 50명 손을 매면 사람 많아. 신학교 학장도 있고요. 와, 교단에 유명한 사람도 있고, 목회자도 있고, 또 막 중기자도 있고. Среди этих 50 вот есть важные люди, есть директора семинарий, пасторы, потом лидеры простых верующих. 자, 아르메니아 복음을 하는 것은 이 방법 외에는 복음할 수 방법. 이 성경이 방법이 되나요? Для евангелизации Армении нет другого метода, как только этот метод, потому что это библейский метод. 예, 올해 여러분 이제 1월달 시작하면요 이걸 딱 열심히 맞아 300명 머리 딱. 보다 сейчас января. 내가 아는 사람 300명 명단을 다 정리하고 기도하면서 어제 대박이다. Имейте в виду всех людей, которых вы знаете, и думайте, молитесь, как им проповедовать Евангелие. 그러니까 처음 전도할 때는 구원의 길 가자는 거예요, 구원의 길. В самом начале что им передавали? Пусть спасение. 그렇죠. 구원의 전도용이고, 그건 양육이니까, 그걸 하는 거예요. То есть передаем пусть спасение, потом через пусть спасение воспитываемых. 그 듣고 나서 막, 야, 나도 훈련받고 싶어, 전도할 때, 이런 죄 나오면, 그때는 이제부터, 그렇죠. 원사와 하다가, 복음도 별 방향이 시작해요. потом вы помогаете пусть спасение самим рисовать, и среди них появятся те, которые будут гореть сердце за Евангелие. Вот тогда передавайте им евангельскую диаграмму. 그러면 거기서 이제 진짜 절대 된다. И вот тогда появятся вот эти абсолютные ученики. 이런 사람 나쁘면요. 무너지지 않는 지속한 시스템이 돼요. То есть вот эти люди, они станут вот этой нерушимой, постоянной системой. 그러면 한 지역에 제자 세워 끝입니다. 바울은 항상 이런 지역에 세워놓고 제도 다 했다. Если в каком-то районе будет только один такой ученик, этого достаточно. Вот Павел тоже, он в каждом городе, в каждом районе ставил ученик. Мадонна, Филиппо, Лудия, Лудия. То есть написано в Филиппах, Лидия была. Лудия была. То есть Лидия была. Павел, помню, Мэрэгэ. Вот Павел проповедовал Евангелие, что она говорит? Слыву, Ханами Лудия и Мавэн, Ерэсэ, Павел Мачунюкэнэ. Написано, когда Павел проповедовал Евангелие, Бог открыл сердце Лидии. Помню, только надо Мэрэгэ. И она послушала, что она говорит? 와보 나를 죽은 자는 우리 집부터 유아 자기 집대로. Если вы признали меня верным, войдите в мой дом и живите у меня.
Он какой-то мог свои малку чернодору пада. И вот тогда Павел пошел, постоянно там передал послание. Павел говорил, Павел говорил, чего это было, чистим там одну капри. И Павел на основании ее дома собирал других учеников, воспитывал, поставил систему и все, и ушел. Ты хорошо говорил. Потом в Фессалонике. Какой? Ясон. Там был ученик Ясон. Сосвят и бенбил тебя так, чистим одну. То есть тоже на основании Иосона и некоторых учеников там была поставлена система. И на самом деле, Паули с химным говорил, чедяника. И вот, вот эти люди душу полагали за Павла. Почему? Полагали. Учениками. Коринфа. Пуриса Бога. Прискила и Акила. Прича. Эбеса Гатыри. Хеда Гатыри помнили, как чедяма тару мазуку, сранился, и еду мазуку, а сейчас так обода. К примеру, Ефеса написано, отделил отдельно учеников, воспитывал в училище тирана, и потом все люди в Азии слышали Евангелие. Чендора Кармен. А то чендора не обида. Ханами чубиден, чендора сразу увидел. Что такое проповедование? Проповедовать многим людям? Нет. Найти вот этих абсурдных учеников и их поставить. Кто ты к чендора сегодня отбавил? Ну тогда вопрос, как их найти? Как их поставить? Ну, я же рамки. Вот так вот надо поступать. Почему ты его сделал? Поэтому с следующего дня попробуйте. Ямили от Игоря, Чодя Чусиняли. Вот вы тоже, Карина, вы с Грузии приехали сюда. Грка. Пуминами Чодяе, и готов Чодяе до Помдрайди, Помдрайди. То есть и в Грузии вот это Евангелие тоже необходимо восстанавливать и передавать. Хансарам Хандара Помда. Вот я так думаю, один человек это евангелизация одной страны. Маня Чамига, Чинца и Помда, и Помду Пихзехеда, и Евангелие Помда. И говорит, что же это? То есть вот если вы действительно что, поняли, что это Евангелие, сейчас надо иметь постоянство в этом. И вот если вы будете держаться за слово, молиться, тогда Бог сам откроет двери проповедования в Грузию. Поскольку вы сами, которые имеете Евангелие, Бог вам прикрепит людей для евангелизации в Грузии. 여기 여러분 이제 마무리 미션을 주고 끝내는 거예요. 어디야? последняя вот даю вам миссию такую. 알겠어요. 그러니까 여러분들이 저는 억지를 하지 않습니다. 억지를 해도 되지 않아요. Я не то что кого-то заставляю. Если заставлять, ничего не получается. 그렇잖아요. 제가 어떻게 묶여? 하나님이 하셔야지. 내가 어떻게? То есть Бог это что должен делать? 나는 그냥 던져보고 하나님이 주면 누군가 하고 찾고. То есть я просто перейду Иване и смотрю, кого Бог приготовил. Из этих учеников, кого из учеников Бог приготовил? 그러니까 여러분들이 지속할 수 있는 걸 내가 얘기한 거야. 난 가면 이제 오늘 가면 어디 올지 몰라요. 그렇죠? То есть я сейчас так перейду Иване, потому что, ну, я надеюсь, что не посадится. А потом я уеду. Почему вот я вам только Евангелие здесь передал? Потому что я уеду, я хочу, чтобы после меня только Евангелие осталось. Ой, чеданы, на втором где помнили, где помнили, знаете? То есть люди не должны следовать за мной, ученики должны следовать за Евангелием. Значит, надо только Евангелие оставить, только Евангелие передавать. То есть если вы действительно следуете за Евангелием, тогда вот так надо поступать. Вот я уже увидел, что вы тут сами ведете служение и по скайпу проповедуете. То есть вот очень важно, один человек. 우리 또 자매는 이미 신학공부 또 돌아왔다고, 응? 러시아에서 돌아왔대. 뭐 또 헨리타 училась. 이거 지금 학교에 이제 전도를 해야 돼. 어, сейчас приехала сюда, вернулась, сейчас проповедует в разных местах. 그래서 여러분들이 올해 이제는 제발이 아니고 지금 우리 달팽이 전체가 지금 이렇게 하는 겁니다. То есть, вот то, что я вам сказал, это не то, что я что-то придумал. Вот у нас в Даракпане вот все пастыри вот в этом году держатся за это направление. Чего сам бы не тянул. То есть все держатся за вот это проповедное 300 людям. Верим, так грымы тарап. Это вам тоже надо следовать за этим течением. Очень дорого. Поэтому я вот это вам передавал. Что там? Что там? Ну, я сам это делаю. Чего? 30 народ. Вот я, ну, я уходился за 30 стран. Я меня хейданика. 30 народ я. Как надо 30 дедя сосил бы. Почему? Я постоянно выезжаю за рубеж, и вот я уходился в 30 странах. Чертые чиги, мульянчиги, все годы, как надо вас. И потом в каждой стране поставить 3 нерушимые поместные цели. Вот это личный мой план на этот год. Вот я приехал в Армению, я думаю, в Армении тоже надо такой цель получить.
이름하고 제가 같이 이제 하는 거예요. 그래서 여러분 올해 개인적으로 전부 300명 놓고 아까 그렇게 해봤어요. 그래서 вы, каждый из вас в этом году лично попробуйте список из 300 людей. 그거 우리가 포럼을 포럼. 아, 300명 진행해드리고. И потом нам надо только с вами проводить форум. Вот как получается проповедование эти. Когда армия Павел Мадера, она Павел Мадера. Поэтому я говорю, создайте здесь группу, группу. Хорошо, что у вас форум. И потом через эту группу мы сможем форум с вами проводить. Ну что, сегодня я говорю, я вам уже показывал, да? У меня есть. Сегодня типа Малайзия, Индонезия, Панама, да? То есть Малайзия, Индонезия, Эфиопия, в каждой стране вот есть у меня. Они говорят, вот я говорю, чего-то хочу, мак, хотя и на какой полига. То есть вот они сами пишут по спасению, Господи, грамму, фотографируют, отправляют, потом пишут мне, как проповедование получается. Что они говорят, не а или как бы куда вот я смотрю, я вижу, а вот, вот у них сейчас так происходит, они сейчас так поступают. Ну, Армения тут Павел Мандера, либо чем это идет Ангел. Мы тоже давайте сами создадим группу здесь, в Армению, и будем вот это слово применять, испытывать. Кригадиго то, это то, а что, бой, хулин, пшальте, это то, а мы чипчурли, и вот здесь, если нужно будет еще раз провести такое обучение, опять соберемся. А в любом случае, давайте молиться и получать ответ. А разберете его? Вы понимаете, о чем я говорю? 그냥 이렇게 끝나면 아무 의미 없어요. 또 если мы сейчас на этом закончим, 그냥 광이 듣고 뭐 그냥. 네 имеет смысла. 또 если нет смысла. 지속이 돼야 돼. Надо чтобы было постоянство. Поддерживать надо это все. 자, 나는 이거 산업 이게 스카이프를 하는 게 참 이야 이것도 좋은 방법구나. Вот я увидел, как вы тут через скайп проходите, я подумал, да, через проходите через скайп тоже хороший метод. 여러분 이제 흐름을 타야 되는데. 기도 수천 메시지가 여러분들 전달되는 거예요. 이 바소코 왕은 또 시스템을 지키고 있어요. 하고 있나요? 응? 야, 저 블록 молитвы. Вы тут читаете молитвы? 네, 네, 네. 아, 왜? 다 하고 있어요. группа есть. 온라인 группа есть. 아, группа есть, там отправляем все. 아, 네, 네. 또 또 бан했는데 그 반 통해서 기도 수첩 읽고 있어요. 그러니까 방을 만들고 그거다 보내면 다 볼 수 있도록. Да, вы тоже создадите группу и туда тоже отправляйте, чтобы мы все могли следовать, например, то, что там Екатерина. Сейчас, мол, Армения, она умненькая, Россия, мол, она умненькая, она умненькая. Сейчас нет на армянском молитва дневника, но есть на русском. Ну, кто-то Армения, понял, умненькая, армянская, хансанка, там. Конечно, будет классно, если кто-то сможет перевести на армянский язык вот эти послания, чтобы и другие тоже все следовали. Ну, хорошо, конечно. Ну и как я вижу, вот молодежь, они могут скооперироваться, переводить молитвы дневник и отправлять другим верующим. Да. 뭐, 더 많이 하면 안 되니까 일단 그 정도만 하고. 여러분이 어쨌든 300명 한번 연기고 전도운동 한번 해보죠. Больше ничего другого говорить не буду. На этом остановимся. Попробуйте движение это вот эти 300 принять. 네, 그러면 우리 여기서 마무리 이제 끝내고 조금 할 얘기 여러분 하고 싶.